Привет, пацаны. Перед началом данного сериала хочу сказать. Многие уже поняли по названию, что я опять заканчиваю сериал на третьей серии. У меня и Гачалафный сериал закончился на третьей. Почему же так быстро закончила и этот сериал? Просто, во-первых, я не думаю, что этот сериал можно продлить дольше трех. А во-вторых, я не закончив этот сериал, мне на ум пришел еще один. Так что извиняюсь. Приятного просмотра. Ах, как же я устал. Ладно. Игрушка, эй, ты где? Да, я уже тут. А сколько сейчас время? Я не знаю, давай посмотрим в окно. Немного прерву, извиняюсь, что там целая куча пэтов валяется, окей. Ладно, давай посмотрим, а что ты там не видел, ночь как ночь, ладно. Да, ну и бардак тут у меня. Да, там и правда ночь. Ладно, тогда давай ложиться спать. Давай, только главное, чтобы тебя мама не поймала. Ладно, да, в принципе. Бим-бом, бим-бом, допустим. Телефон звонит. Блин, это мама. Ладно, я ей сейчас отвечу. Алло, мам. Алло. Сыну, приди. Я тоже тут разозлилась. Где тут ты? Да я у знакомых. Ну ладно. Оставайся там. Но чтобы завтра немедленно вернулся домой. Да ладно, мама, не копошись там. Я уже завтра вернусь, да, все. Пока. Угу. Все, можно ложиться теперь спать. Да, хорошо. Я ложусь на... Да, я в принципе тоже. Давай о чем-нибудь поболтаем сейчас. Ну, в принципе, о том, о чем. Пока меня не было. Что, собственно, происходило. Да, я просто снимала видосы и не знала, почему у меня один подписчик. Я думала, что на меня просто подписана мама. И да, а какую песню ты любишь? Не знаю. А ты? Ну, я не знаю, наверное, я влюбился в нее или что-то вроде такого. Ну, понятно. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Да ты, блин, издеваешься, что ли?